В начале августа Ксения Бородина расторгла брак с Курбаном Омаровым, от которого растит дочь Теону. Теперь ведущая «Дома-2» наслаждается статусом свободной женщины и не устает проводить время на вечеринках. Впрочем, долго оставаться одной брюнетке, очевидно, не придется. Сегодня ее засняли в объятиях избранника. Еще в прошлом месяце в сети появились слухи о возможном романе 38-летней Ксении Бородиной с ресторатором Эриком Авагяном. Звезда предпочитала не комментировать подробности личной жизни, однако намекнула, что ее сердце уже не свободно. Говорят, парочка успела вместе провести отпуск, а также повеселиться на дне рождения Хэм Али. Вчера Бородина вновь отправилась на вечеринку, на этот раз по случаю 34-летия бизнесвумен Элеоноры Мовсисян. Звезда появилась в облегающем красном платье с глубоким декольте, очаровывая гостей торжества. Впрочем, кружиться в танце брюнетка согласилась только с одним, тем самым Авагяном. Кадры трогательного момента появились в сторис одного из друзей пары. Мужчина отметил, как хорошо влюбленные смотрятся друг с другом. «Какие красивые!» – подписал он ролик. На видео Ксения нежно прижималась к плечу ресторатора и улыбалась. Однако, несмотря на внешнюю уверенность, телеведущая явно волновалась в объятиях избранника. Звезда нервно покусывала губы и поспешила спрятать лицо от камеры. Напомним, что Бородина прожила с Курбаном Омаровым 6 лет. В браке она подарила возлюбленному дочь Теону, однако их отношения едва можно было назвать идеальными. Сразу же после свадьбы поползли сплетни о неверности мужчины. Ксения и сама опубликовала подробности измены новоиспеченного супруга. Некоторое время спустя теледива скажет, что ее попросту запутали злопыхатели. Тем не менее, слухи о похождениях Омарова не прекращались на протяжении всего периода их союза. В разговоре с подписчиками Бородина заявила: «Если человек был тварью, то сохранить нормальные отношения после развода нельзя».